Sisters, hello. Ой, я потерялась. Ага, я просто. Типа локальный для чувствительных. 5 рублей такая есть. Поработала сегодня, вот, приехала домой, делала девочек в плане макияжики и причесочки. Вот, а сейчас покажу, что мне еще вкусняшку дали с собой. Чтобы ее покушала. О, забота, вообще обожаю. Красота, вкуснятина. Ням-ням-ням, уже 100 лет. Не покупала пиццу. А сейчас буду тестировать такое пирожное от Белакта. Тоже с черникой и вафлей. Ну, посмотрим. Короче, какое-то не очень вкусное пирожное. То, что я ела до, вот я вам показывала. Это было вкусно. Этот какой-то, ну, такой себе вафли не очень вкусные. Миссис Китти. А, жужжат уже. Вижу. Вот, кстати, офигенный лак, профессиональный. Советую вам. Сенко, Ценко, Цековский, кто как называет. Хайер спрей, бриллиант. И вот это блеск для волос, для укладок, для кудрей. Очень классная вещь на самом деле. Поэтому вот, продается в профессиональных магазинах. Присмотритесь, очень классная. Очень классная коллекция косметика, в общем. Добро пожаловать в мой замок. Можете выбрать себе любой диван. Пожалуйста. Любое полотенце. Пожалуйста. Да, все, что хотите. Опа. Сигнализация. Он реально хочет есть? Да я не несла. Ты что ты? Писки. Пискли. Охрип. Я думала, что там подогреть. Е-е-е-е-е. Бомбери. Diamond hairs. Это как мой diamond на татуировке. Который этот diamond нужно обновлять. Вот такой. Ботанический сад. Как победители так делают? Не моя история. Сирена. Знаешь, такой звонок в дверь. Как классная матовая упаковочка. Со сгущенкой и с бананом. Сейчас будем тестить. Прикольно. Че, я тоже, походу, зомби стану.
Пробуем. Господи. На ноге бабочка. Ля-ля-ля. Эй, hello. Я цветочек. Щекотно. Не щекоти меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прикольно. Мне щекотно, малая. Долго будешь здесь тусить на моей ножке? А? Нет, вот она тут. Где она? Кружится все. Энергетика ему нравится. На ручку давай. Ой. Тихо, ты где? О, приветики. Наручная бабочка. Так, людей не снимаю. Что чешется? А? Что чешется? Что чешется? Что чешется? Мороженое делаем шоколадное. Шоколадное! О, ручная. Малышка прилетела в дом. Принц. Может, ты станешь принцем моей мечты? Есть не купайся. Посади ее это, дай утопи. Как показать? Продолжение следует. Татуировка. Питомец. В мире морском парам-пам-парам. В мире морском парам-пам-парам. Я что, еда стоит 7.50 рублей. Да, походи. Вот сейчас мозг, наверное, не так громко орёт, да, мне кажется? Ну, так нечестно, она не хватит, да. Thank you.
продуктами смотри. Сегодня 8 июля, и, кстати, сегодня день семьи, любви и верности. Поздравляю. А, протерла камеру, лучше стало. Жду маму с прививки от коронки. Вторая штука уже будет. Сейчас покажу вам раритет. Вика взяла с собой женскую сумочку, господи. Да, а постоянно беру с собой чемоданчики, портфельчики. Да. А сегодня женская сумочка. Что случилось? Выгляжу женскую. Вот что случилось. Плюс эта сумочка, на самом деле, давно куплена. И она классно выглядит. Почему вы, да? Долбал ждать. Сейчас уже сижу, жду на лавочке. Мне скучно. Так, показываю вкусняшки. На сегодняшний этот обзор. Кола маленькая. Да, надо сокращать объемы колы, я уже поняла. Маленькие жареные семечки. Потом премьер чипсики. Это что, вкрутить, смотреть какие-нибудь в фильме. Что-то, да, захотелось. Молочко вот такое 2,8. Потом вот такой пудинг с карамелью. Люблю эти пудинги. Вообще пудинги люблю. Потом топтышка. Пюре из яблок, клубники и сливками. Вот. Странный мишка. Вкусняшки. Потом рошен, белая шоколадка. Такая пористая. Вот это классная. Помидорчики, слива. Очень, кстати, вкусные сосиски. Белорусские, вот свиные. Прям реально, так, как чуть не хрустят. Очень классные и вкусные. Кусаются. И смотрите, еще купила такую две водички, цветоисточник. Это мне нужно будет на днях сделать пародию на Круэллу, да, макияж. И я не нашла ни игрушек, что-то не могла найти на сайтах, ничего. Ни шариков воздушных. Ну, в общем, нашла бутылочки с водой. Думаю, в принципе, как реквизит пойдет. Два маленьких щеночка. Думаю, забавная и хорошая идея. Вот, так что вот так вот чуть-чуть. Вот такой вот обзорчик. Немножечко вкусняш. Вот. И вот эти, блин, вообще классные, мне очень нравятся. Как бы тоже его любят. Thank you.
Всем привет! Сегодня 10 июля. Я иду в магазин. Угу. Такой у меня яркий акцент. Да. Приду и будет у меня день спа. Вечер, вернее. Тут подбрею височки. И буду наслаждаться ваннами. Так что все, всем хорошего вечера. Сходила в магазин, покажу вам сейчас вкусняшечки. Начну с вот такого мяска, как мяско с сальцем, очень вкусная вот грудинка, дымовица, классненькая, обожаю наш белорусский продукт. Потом наш украинский, вернее не наш, конечно же, украинский рошен, белый шоколад, но он реально вкусный. Потом вот такая вот очень вкусная штучка, мяско. То самое, родный кут. Ну вот, уж белорусское наше здесь мяско такое вяленое. Там маленькая меринда мне на сегодня. Сокращаю объемы, да. Вот такой набор ролл. Вот. Вкусняшка. Ну, плюс-минус с магазина. Ну вот, пока не заказываем. Пока, потому что нет таких лишних. Вот, но вот такого плана можем себе пока позволить. Так, семечки. Никитин что-то подсело, блин, не знаю. Он какой-то фильмец, какой-то видосичек, не знаю. Вот, по чуть-чуть бывает. Хочется пощелкать. Потом вот такой Nesquik White. White я еще не ела. Я ела белый с клубничкой, но такой белый я еще не пробовала. Почему-то на них скидки. Может, не тают. Я не знаю. Потом вот такой сыр моцарелла. Вкусняшечка. Далее. Вот такие очень вкусные белорусские сосиски свиные. Прям классные. Прям, говорю, как похрустывают. Супер. Потом кола. Возможно, завтра я поеду на Белое озеро. Вот. Может, возьму свою водичку. Потом сейчас Бон Джови сказать. Бонаква. Минералочка. Почему-то я взяла поломанные чипсы. Я не понимаю, почему. Глупыш. Что я их не проверила, я взяла какие-то одни осколки. О, господи. В общем, как-то так. И снова Белое озеро. Здравствуйте. Сейчас покажу вам свой секси-костюм. Так вот, что хочу донести. А как начать-то? В общем, непонятные вот эти бабули, дедули, знаете, прикидываются такими, типа, немощными, худенькими, маленькими, там чуть ли своим взглядом щенячьим просят место. Знаете, надоело. А в чем прикол? Когда в конце, знаете, когда это, например, там толстую пили, может, уже сидят, а потом такие начинают, типа, вот уже выходят и такие борзые. Там пацан ставил ноги так, ну, у него были ноги так на проходе. Она идет такая, уже походка изменилась, такая, типа... Ну чё, убери ноги туда, типа, вот прям вот так вот, и походка меняется. Боже, господи, почему вы действительно не ответите ей там, ну, хорошо, попросить, да, там, или даже, когда типа садиться на место, ну, или попросить хотя бы тех же парней, молодежь, чтобы уступили место какое-то. Нет, они типа такие, знаете, стоят нависшим этим вот, потом еще хамски просят, а потом в конце еще все виноваты, все им должны. Я не понимаю, какой это возраст, Лена? Да. Нет, не им. Где-нибудь 75. Хорошо, а с какого возраста это начинается? Глюк. 60. Глюк. Глюк от 60 лет. Короче, 60 лет. Я вот честно, я лично, я не могу. Ну, вот. У нас на постсоветском пространстве. Опять тачка. У кого-то в 70 лет, если это за границей, у них что-то нет глюков. Да, за границей, кстати, нет глюков у нормальных людей. У них когда начинается жизнь, они начинают путешествовать, все дела. А у нас уже, я не знаю, уже все им виноваты, все им обязаны и должны. Вот. И, короче, это жесть. Знаете, надоело уже, действительно. Вот это вот, о, молодежь, типа, да ты молодежи тяжелее, блин, в 100 раз, чем тебе, блин. Ты получаешь свою пенсию, тебе еще дети за границей тебе выплачивают, потому что, как бы, должны, да, должны, естественно. Вот, и вот это начинается, какая-то херня. Я не понимаю, почему нельзя вести себя адекватно, спокойно и мило, так как вам будут люди относиться так же мило и будут вам хотеть уступать, а не когда вы выпрашиваете, гоните и вечно возмущен. Ну, блин, так не пойдет, потому что, говорят, надо старших уважать. А за что? Вот они ведут себя адекватно? Нет. Я вот просто реально не могу такой возрастной категории, вот, ну, возрастной категории, да, с людьми такими, с людьми вот такой категории, да,
а не могу как-то взаимодействовать, как бы, ну это жесть. Это либо реально нужно быть под чем-то, или отъехать, и чтобы вот просто, знаете, наблюдать со стороны и просто поржать, вот и все. Потому что, ну это кошмар, даже вспомните, как вот эти бабки бегут на автобусы. Они такие немощные, а потом как начинается мош какой-то. Мош. Они так. Ой, маленькая лягушка. Мизер, мини. Вот. И начинает такой мош, они. Место мое, ща урой всех. Короче, это кошмар. Это жесть. Я не знаю, кто в них такую веру вселяет. Наверное, наш президент. Ну как-то так. А у тебя что, шаурма? Ням-ням-ням. Для свадебной церемонии, наверное. Да, он все очень красиво. Сточки. Ну да, за дерево спрятались. Вот они. Она свои орешки ищет. Оп-оп-оп. Ну, пушинка. Да, как пушинка. Так смешно бежит. Итак, вот очередная моя закупочка вкусняшечек. Начнем с моцареллки, сырка, потом вот такие помидорчики. Это будет салатик вкусняшка. Потом вот такие семечки. Потом золотой орешек, фисташечки. Посмаковать хочется. Далее вот такая горчица французская. Вот эти вот зернышки. Прикольно грызть. Далее мои любимые такие сливочные вафельки. Еще есть вот такие черноморские. Потом вот такие вот огурчики глобус. Надеюсь, что они будут вкусные. Потом вот такое мяско свининки небольшое. Далее вот такой сок вишневый и вот такая сладость интересная. Любимые десерты. Не знаю, вкусно, невкусно будет, но нужно попробовать. Вот. Пока так. Сейчас покажу еще товары из Fix Price. А это вкусняшки из Fix Price. Вот такие вафли. Мягкие суфле. Типа как венские вафли. Пломбиром. Потом вот такую вот взяла штучку, еще такую не пробовала. Кремовый зефир. Классический. С ложечкой вот такой вот. Такая баночка интересная. Слышала отзывы, что нравилось людям. Потом вот такой читос. Тот же самый вкус, но смотрите, крестики-нолики. Я как раз видела рекламу с крестиками-ноликами, но
Но вот появились в экспрессе вот такие вот. Так, потом новый интересный M&M's. Смотрите, с соленым арахисом. Так, с соленым арахисом. Вот интересно, что это будет. Смотрите, приковал его. Потом вот такие орешки с сыром. Вкусняшки. Далее арахис вот такой с васаби. Вот такие две упаковки маршмеллоу, пухлый кролик с клубникой. Они поменяли упаковку. В принципе, тоже классненькая, такая прямняшная. И баблгам вкус. Так, потом из косметики вот такие патчи гидрогелевые по 10 штучек. И здесь такие голубенькие. Нужно будет в холодильник положить и потом протестировать. И вот такие классические обалденные очки. Фиолетово-розовые с синим. Очень-очень красивые, очень крутые. И вот такие вот фиолетово-золотое оправе. Очень красивые. Я вот говорю, что коллекционирую очки, но у меня не было никогда розовых. Представляете, есть розовая оправа. Но не было никогда розовых стекол. И то, даже так посмотреть, это и то, как бы, да, не розовый, но фиолетовый, такой с розовиночкой он идет. Такой, даже, ну, еще интереснее получился цвет. Я не смогла выбрать, на самом деле, потому что они обалденные вот вместе. Еще и капельки мои любимые. Ох, обалдеть. Я как увидела, думаю, блин, суперско. Очень красиво выглядит. Прям вот здесь очень красиво, смотрите. Да, посмотрите. Здравствуйте, здравствуй, желудок, пока. Но это не только мне, не только маме, потому что там у нее соседка на Белом озере, там она сейчас живет, мама попросила купить Роллтон, Биг Бонов и прочее, поэтому вот, так много. Биг Бон с курицей вкусный, Роллтон обычный, Роллтон чуть побольше и попкорн с сыром. Да-да-да-да. Всем привет, с вами Вероника. Сегодня 13 июля, я тестирую новые пачки из Fix Price. В принципе, классно, мне понравились. И по цене очень так выгодно получается. Вот. Вкус очень приятный, еще цветные мне нравятся, вот поэтому топчик. А сейчас я сижу на AliExpress и выбираю себе там ништячки, потому что в нашем городе очень дорогие. Ну вот, и в принципе такого и нет, да. Прикольно, что Али раскручиваются тоже в целом. У нас заказывают в основном с Алика все и выдают за невероятные цены, просто вешая бирку. Поэтому кошмар невыгодно. 11 часов вечера. Здравствуйте. За весь день ничего не поесть, а сейчас поесть. Классно. Мама приехала с Белого озера. Вот, на свои выходные, так скажем. И вот. Здравствуйте. Здравствуйте. 14 июля. Доброе утро. Покрасила волосы. Сейчас покушаю, пью чай и поеду в тренажерную. Все, собралась. Мои новые очки розовые. Как? Волосы сейчас еще завяжу и буду все. Пироженка без орешка. Хотите увидеть котенка? Или спрашиваете, что? Сейчас покажу. Я сейчас
фрайс, чукч фрайс. Хотим поискать маршмеллоу. И потом грин. Пойдем. Первые покупочки. Воу-воу. Да, на костре будем делать. Разновидности что покупаю. июля, и уже, смотрите, мой любимый меня поздравил заранее, потому что завтра я уезжаю, и меня будет словить тяжело. Вот это такая сумочка, я смогу брать с точки с собой, если мне нужно будет. Смотрите, какая прелесть. Красота неописуемая. Это все обалденно выглядит. Посмотрите. Так, моя вкусненькая закупочка. Мне кажется, их будет слышно очень. Так, начнем. Здесь вот мясо, курица 2 килограмма маринованная. Здесь свининка с салком. Это наши шашлычки. После моего дня рождения едем тусить на Белое озеро. Да, будем шашлыки делать. Вот, поэтому как-то так. Ну, тут не только нам, естественно, как бы там уже у нас еще человечки подошли в наш... Мы подошли из зоны. Гоп-стоп. Так, вот такой Хайнц. Кетчуп, чеснок, мята для курицы. Думаю, будет интересно. Ну, Хайнц, думаю, не должен подвести. Потом колбаску вот такую. Далее вот такой соевый соус. Это на завтра. Кое-что будет интересное. Что тут уже мямлить? Уже так понятно. Так, помидорчики черри. Далее вот такой творог зерненый для салата. Вот такая интересная вещь. Сырок творожный глазированный с заварным кремом на печенье курабье какой-то. Потом вот такой мой обожаемый грант от Эрман. Вот белый шоколад с клубничным муссом. Обожаю. Просто обожаю этот десерт. Офигенно вкусный. Потом моцарелла сырок тоже для салатика. Потом бонжур. Вот такой десерт. Как конфетки. Пирожное. Потом фикси взяли батарейки. Кто там свиней режет? Так, ты заговорил. Фикс прайс. Вот батарейки нужно будет вставить их в один агрегат интересный. И еще мою машинку маленькую. Та-да-да-дам. Вот как у меня исполняется. Да, вот все эти три цифры будут на моем тортике. Вот. А, еще купили вот для костра маршмеллоу. Кстати, пробовали. Очень классный, смотрите. Он с такой ручкой переносной. Очень классный, как будто здесь угли. Такое впечатление. А здесь, смотрите, идет уже в состав шпажки. Воздушное суфле, оно, знаете, чем отличается от обычного? Здесь как будто какая-то еще такая прослойка есть. То ли как муки какой-то, не знаю как, но, короче, оно действительно очень бережно, нежно. Не палит сразу ваш маршмеллоу, а именно пропекается такой, как корочка, как печенька. В общем, очень вкусно. Фикс-прайс продается, я советую. И дизайн, и цена, в принципе, доступны и приемлемы. И очень реально классная. Поэтому это не обычный маршмеллоу. Это вот прям как вот реально специально. Потому что если обычный маршмеллоу, он сразу плавится, течет, тянется. И, короче, очень невкусно. Какой-то, знаете, жженый сахар прям черный такой. А здесь именно как будто еще оболочка печеньки получается. В общем, очень классно. Таких два набора взяли. Вот. Так что так. Очень прикольненько. Смотрите. Зашла в ОС. И не могла уйти без... Вот этой прелести. Джокер, Бэтмен и пингвин. Посмотрите, какая красота. Ну, красота же. 100 лет уже не покупала все комиксы. Все подарки день рождения. Да, да, да. Завтра, кстати, день рождения. Угу. Вот. Ну, все. Как-то вот такая получилась закупочка.